Что-то успокоилось все. Да нормально все. Я Артур давно не умирал. Да, ну как давно. Я почти подъехал. Граната не серии. Сейчас возьмем машины. Не знаю, я вообще просто восторгаюсь своим велосипедом. Мой велосипед. Да, я вот тоже прям велик теперь одно из моих любимых средств здесь передвижения. Это реально просто на нем кататься. Нахуй УАЗик. Я и говорю, что мы вообще за ним едем. Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Шустрила, Джек Шепард и я, Артур. Мы продолжаем играть в Days. Здоровайтесь, коллеги. Всем привет. Здорово. Мы находимся в дереве. Да. У нас есть УАЗик, но это не тот УАЗик, который был, тот мы выкинули, потому что мы мажоры и можем себе позволить. Да, там был логующий сервер, и мы его покинули. Просто, да, потому что это был не вариант. Сейчас у нас в планах рвануть на рок, там у нас спавнится верта. Что? Правильно, лед. И посмотрим, что мы сможем найти. Артурчик, садись, я, поехали. Я покатался на велосипеде, моя жизнь прожитая. Ты через shift, через tab? Да-да, через каплок. Чтобы у меня рот открывался на записи, когда я вот сейчас с видом от первого лица на смотри на меня, посмотри на меня. Я смотрю на тебя, братиш. Артур, говори со мной, Артур. Артур, поехали, давай. Как губы наши открываются. Шикарно. Ладно, поехали. Наши губы шикарно. Вы там пока разговариваете вот как раз так, а я поеду. Да, ну да, ну это... Седу. Эх, это... Не очень. Артур, направляю его. Прямо едь. Отлично. Куда мы едем, я бы расслушал. Великий штурман. Мы едем в Рог. В Рог? Мы едем в Рог, да. 111, 112, по-моему, координаты. И вот здесь где-то пролетала красная шестерка. 110, 112, да. И, кстати, здесь пролетала красная шестерка. Я лупанул ей в дверь, но как бы... Дважды. Да. И она говорит, Барретт мне нипочем. Меня совдеповский автобарт выпустил. Нипочем, Барретт мне нипочем. Вот здесь сказала. Мы заправлялись. Давайте снова заправимся. У нас бензобак как бы... Давай. И у нас куча пустых канистр. Завози. Завози тачку. Я помню, мы с тобой тут уже были. Да-да-да. О, дождь-то... А, нет, не кончается, мне показалось. Я сойду. Сходите. У меня рюкзак хреновый, потому что меня в конце предыдущей серии убили. Да, там барин остался. Очень-очень интересно, короче. Остался в живых. Может, да. Может благодарить Рокета за это. Вот тут МП5, Ли Энфилд, так и СУАК, и М. Артур, выбирай любое. Я нашел свое оружие мечты. Он уже с пулеметом. Так что все в порядке. Да. Давайте, ребят, наполняйте пока канистрки, наливайте. Я не наполняю, я прикрываю. Очень интересно. Чуть интересно. У меня рюкзак такой, что у меня сейчас, если я в него что-то запихаю, то... А зачем? Хотя нет, 5 слотов. Мне просто сказал, что у меня инвентарь забит. В руки, да и все. Одну канистру взял, заполнил, мы так ее раз и поехали. Зомби сзади вас появился, и сейчас, и еще один. Но они тут будут исчезать, так что без проблем пока что. Да нет, раз уже появился, значит сейчас можно... В одну сторону камеру смотри, вперед. Не, у нас сегодня так было уже, Артур. Да еще есть. Ничего плохого. Есть, нет, есть. Сервер жутко лагучий, не лучше предыдущего, поэтому... Но тут хотя бы более-менее можно... проблемы, быть. Опять же, спасибо товарищу Рокету. Рокет, и... привет тебе и маме твоей тоже, передавай. Да. Играть в Ренайм просто невозможно, подвисает. Так, еще заправляю, да? Да, да, да. Сколько у него литраж-то вообще? 200, ну много, я думаю. Офигеть, ну блин, этого надолго хватит. Ну, он живет порядком. Все, залили полностью. Отлично. Как нет, так. Еще не полностью, еще я заливаю. Полностью. Нет, смотри, сейчас прям через верх. Да-да-да. Сейчас так бульк и бензин уже польется. Да. Все, отлично. А может просто, нам бы, не знаю, возьмем какую-нибудь фуру, загрузим сюда эту гигантскую бочку, квазику, она будет сзади. Да, и будем ее волочь по земле. Так, я свою сложил. Я сейчас посмотрю, тут у нас какого-нибудь колеса не лежит. А он смотрел уже, там пусто. Как пусто. Здесь fire wire. Ну, то есть колеса нету. Колеса. Ну, дверь закрыл. Не знаю. Не знаю. Ты не выйдешь оттуда больше никогда. Так, ладно, поехали. Поехали. Тихо. Я ухожу. Да, стой. Мне попить нужно. То есть в машине ты этого сделать не мог. А что, в машине можно? Нет. Так, кстати говоря, у меня пить нечего, меня же убили. Куда поедем, шеф?
Мы поедем на дело! К Сиплому! Поехали! Так, у нас что, ничего нет попить, что ли? Пацаны, у кого-нибудь есть газировка? Сейчас, подожди. Я фляжку с водой закинул. Все, я нашел. Тихо. Тихо. Так, пацаны, не задерживайте рейс! У меня денежка капает! Быстрее! Я тебя еле-еле слышу. Ты в машине, как понял, с изолятором. Мое сиденье! Мы тебя уничтожим! Мое сиденье! Сюда смотри, когда я с тобой разговариваю, ты. Я все понял. Бородач. У меня вот это вот то, что я выпил сейчас, у меня не показывает, что я напился. То есть у меня теперь вообще пустая тяга. Садитесь, мой фургончик. Подожди. Фургончик. У нас лаги, по-моему, опять начались. Да, шустрил, стоит и пичется дверь. Ну да, замечательно. Он все еще двигает ногами и типа идет. Слева направо. А у меня он ушел в стену. Что в принципе вполне естественно для шустрила. Он любит в стену ходить. Но в этот раз я все-таки склоняюсь к мысли, что. Только ты не вперед не газуй, Джек, а то я тут ползаю прямо. Да-да-да. Ты сбоку стоишь. Желтая цепочка. Я пока колючую проволоку, что ли, возьму. А, я не смогу ее взять, наверное. А, я тоже. Что мы видим или нет? Было слышно, нет? Значит. Я сейчас прямо на ухо буду орать. Джек! Ну вот, да, слышно. Джек, we have to go back! Я поставил на дороге подляну людям. Только не с той стороны, откуда мы приехали, короче. Увидели. Я уже продолжаю. Так, короче говоря, да. Какой же стрела меткий стрелок? Отлака. Тихо, давайте я таймер-то продолжу. Насчет 3 говори, Артур. Ну, я уже в принципе продолжаю. Я уже в принципе продолжаю. Значит, поехали. У вас директор Scott Edition. Артур стоит. Я захожу. Короче, что-то с лагами на этом сервере тоже не очень хорошо. Ведите меня. Придется и этот сервер тоже бросить, похоже. Добрый день. Ну ты скотина. Ты не едь по этой дороге, там же этот стоит. Fire Fencing Kit. Который я поставил. Да, ехать. Точно. Ну, в ту сторону, но... О, как машинка газанула. Ты сразу начал умирать. Хорошо идет. Правильно едешь, вот так по прямой держись. Окей. О, водиться никому ничего напомнить не надо. Можешь у вас наполнить водой. Пусть остается. Помыть. Через соборы проедем? Да. Ну, нет, я не согласен, водитель не согласен. Я сам уже приезжал, посмотрим, на что способен ты. Держись влево, все равно. Налево, лево, ай! Нахуй, о, не надо. Что такое? Горы рулят. А, так это же соборы, да, уже? Да-да-да. I must do this. Корова, I coming for you. Пройдешь соборы? Что ты делаешь-то? Она остановилась. Все, поехали, давай, брось эту корову. Вышка. Твоя любимая вышка или нет? Джек Шепард, да, я в тебя сейчас один рожок выпущу. Давай, говори куда. Я не знаю, куда мы едем. Налево поворачивай сильно, градусов на 45. Вот так, да. Вот так и держись. Отлично. О, там соборы, там перестрелка. Перестрелка, да? Вроде как показалось. Я не слышал. Хорошо идет. Знаю, у меня машинка. Нормально. Чуть-чуть правее возьми, Джек. Чуть-чуть правее. Вот так, да. Еще чуть-чуть. Вот, молодца. Чтобы забор не ехать. Да. Я понял. Мне это почему-то напомнило моего парикмахера. Голову чуть правее, чуть левее, чуть правее. Хорошо. Вот так прямо едь. Вон старый собор. По центру засал. Вижу. Это только я езжу. Чё ты там сказал? Ладно, так, что ты там сказал? Сейчас остановят машину и скажут, ну-ка вышел из машины. Ну-ка вышел из машины. Я не поехал. Ну-ка вышел. Ну-ка. Встал и пошел. Выходи из машины. Так, левее поворачивай сильно. Градусов на 45. Левее. Дайте я поеду. Куда левее? О, у меня повисло. Понятно. Я еду.
так как мы уже ехали в прошлый раз. А, да. Гидерсы, морфин, два пакета крови у тебя, клево. Я пошел на снайперскую, хорошо? А, ты не хочешь мясо, что ли, я не понял? Продолжаем да запись, получается, да? А, у нас просто сегодня такой геморрой с этими серверами, логодромом, что лагает. Мы решили устроить тут мексиканский и спагетти вестерн. И сейчас мы идем в старый собор, знакомиться с местными. Просто, вот просто для крови, даже цели нет. Его на бань. Особо старательный, наверное, тут ставит музыку как, какую-нибудь Эннио Морриконе там, или из фильма с Клинтом Иствудом. Или мне... можно Пол Эггмана из «Лица со шрамом», «Push it to the limit» тоже входит нормально. Ну, можно. А мы тупо идем к палаткам, познакомиться с местными. Когда кто-нибудь умрет, я вставлю музыку из «Профессионала». Ну, умру я, потому что, ну, мне можно. Я же Кенни в этих сериях. Но тут дело еще такое, здесь же туман. А туман — это плохой обзор. А плохой обзор — это мало трупов. Трупов мало не бывает, когда пулемет в руках. Ну, для тебя, а тебе обзор не нужен просто. Я сейчас бегу так, Джек Шепард. Самое плохое, что Артур умирает за несколько минут до того, как надо бы использовать пулемет. Ну, это уже зависит от прикрывающих меня людей. Так что спасите меня, спасите. Я же у вас тушка основная. Меня послали и что-то пасти. Вообще пулемет — это оружие подавления и прикрытия, а я бегу в первых рядах. Потому что ты безумный псих. Вопросов натурально. Я сейчас бегу рядом с ржавчиной, стоит и рядом с коровником, дом управы. Хочу туда наведаться. Окей, а я прям к палаткам бегу. Ты уже на поле, что ли? Да. А вон ты, офигеть, как далеко. Ну, я тебя вижу, не выпускаю из виду. А я тебя выпускаю. Я думаю, на ангар подняться ржавый и поглядеть, что там есть. С него. На заметку зрителям, почему у нас уже крыша едет, потому что мы эту вторую серию снимаем в 7-й час. Да. 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 Это очень весело. И классно. Да. Поэтому и нам захотелось... Все, кто просит больше серий, пожалуйста, ребят. И да, мы выкинули второй УАЗ за сегодня. Да. О, я вас вижу, это вы там убегаете? Бежите просто на пофиг в собор за зомби. Ну это вот за мной, да. За нами, за мной нет. Я в ржавый ангар пришел. Ну вот там рядом. Рядом с ржавым ангаром, как раз на макшон. Прямо хочется сказать, я еще в галстуке. Но я еще даже не на позиции. Да ладно. Ты это видишь шестерку красную? Да нет, там шестерка. Это русский серф, вряд ли он там есть. Русские же все залутали, просто все, что можно, еще в первый день. Это рукопай? Русский не канадцы. Чего это? Какой ру это? Это Русо Дру 37. Дру 37. Заходите все, нас здесь больше не будет. Никогда. Да. Это был единственный раз, когда его пропустили. Слышу стрельбу. По мне, что ли? Да ты что, правда слышишь, что ли? Пулемет трудно не услышать. Да ладно, ты по мне стрелял? Нет, ты в амбар забежал? Не по тебе. Я в красном доме, как и говорил. У меня над головой такие... Я примерно понимаю тогда, где твоя позиция. Это я стрелял? Ну, ёлки-палки, я же сказал, что я буду стрелять сейчас. Я понял, я и говорю, что... Потому что мне надоело просто так умирать. Я хочу, чтобы это как минимум было... Я хочу пострелять. Да, пострелять хочу. Короче, я в красном доме. Я в красном большом ангаре, с которого все снайпера палят всех. А что ты там забыл? Да по приколу хотел посмотреть, если тут шестерка, но ее отсюда не видно. Ну или тройка. А если что, я потеряю ПНВ. Это круто. Нет, самое крутое, что я потеряю ПНВ. Да и насрать. Мне уже настолько, блин... Осочертил сегодняшний день. Да. Я побежал к коровнику. Окей, я тебя прикрою, если что. Хотя, че тебя крыть? Ты с пулеметом безумен. Безумец с пулеметом слишком безумен, чтобы его прикрывать. Слишком натурально. Да, натурально безумно. Ты где, Джек Шепард? Я да посмотрел... у красного этого сижу, амбара. Трехи нет. Ангара, и не вижу тебя. А че вперед не идешь? Ну, смотрю, забежишь ты в этот или нет. В кого в этот? Я зашел уже вообще-то в коровник. А, ты, значит, все, ты с другой стороны зашел, значит. С какой другой стороны? Я с твоей стороны зашел.
Нет, я не могу с оружия стрелять. Контрол нажми. Класс. О, а так тут лаги на сервере, ребят. Желтая цепочка. У меня все прекрасно. У меня и подбирается все хорошо. Блин, сглавил. Да что ж сегодня такое? Ладно. Я не буду материться. Нет, нет, нет. Добрый вечер, меня зовут Рокет, и я сделал говно, а не патч. О, станаги, но они мне бесполезны. Вот здесь двустволка есть. Станаги, ты уже там, что ли? Да, я уже палатки лутаю. О, для G17 магазин, отлично. У тебя G17 есть? Да. Бывает. Собор пустой, походу. Зомби ходят. На русском серии. Пустой собор. Ну и да, присутствует в историческом событии. Или я сказал глупость. Опять станаг, М9 СД станаги. Смог гренейт, ну как кинуть, что ж куда-нибудь шмальнуть. Да, чтобы он тут, господин, маленько отвлекся. Так они ж на гранаты не... Ой, ой, смог. Не ту гранату кинул. Ой, вдухно. Ну теперь тут точно никто не знает, что мы тут. Я ничего не слышал. С пулемета, с гранатами швыряться, ну это, по-моему... Отлагало, кстати, нет? Да. Да. Бенкиллерсы. Не знаю, зачем они мне. Ну, пусть будут. Осталось накрыть торт. А вот пошли, вот после старого собора, вот на аэродром. Здесь палатка стоит. Пойдем. Хоть сейчас. Улыбните и пошли на аэродром. У тебя демон. О, опять Артур гасит. Такие звуки смачные. Что-то было, тоже слышал. Здесь что-то палатка, было, у меня что-то хорошее, по-моему, есть. В команда играет, что-то было. Ох ты. М9 СД магазина вообще. Вы там валите, да? Это я валю из палатки дальней от тебя. Это кто дымовых кинул? Это я. Здесь опять лежит станок. МП5. Да, тут патроны для нее есть уже. Станок, патроны к МП5. Так, 17 магазин, еще один, отлично. Здесь МД... есть винчестер, слаги, два бинта, такси, палатка. Бинты возьми, пожалуйста, мне надо. Взял. Ты посмотрел в палатках, что хорошее есть? Да, лутаю, лутаю. Ну ладно, а я пойду на горку тогда. Посмотрю, есть там кто, нет. Да я уже посмотрел. О, а тут бочки так, есть, так, я никогда тут бочек не видел. Просто бочка стоит с топливом. Да-да. Тут столько гранат, я их беру все, не знаю зачем, но мне просто хочется их бабахать. Найти бы сейчас людей каких-нибудь, и в них бы гранат зафигачить. Быщ, скадыщ, мясо, кровь, кишки. Что, стрел, ты на своей позиции, там на горке, да? Да. И чё, как видно меня? Нет. Хреновая позиция. Потому что я отсюда обычно стреляю всех, если кто бегает по палаткам. Не знаю, где ты. Тут гранат просто нереальное количество. Да пойдем уже, нет там ничего хорошего. Гранат. Зомби детрял. Ты все большие палатки болтал? Большие обе, да. А в маленькие вообще не заходил. Ты в больших? Нет, сейчас последнюю маленькую облутаю. Ну я вижу тебя. Стана какая, ко мне кто-то идет. Да, к тебе зомби бежит. Это я сижу, если чё. Да я даже не вижу тебя. Как не видишь, я напротив тебя сижу. Но я не смотрю, то есть ты в сторону. О, опять же 17, так придется. Ну ты кину... это, маленько все-таки на чеку будь, это же старый собор, русский сервер. Как бы там ни было. Вообще плевать. Вижу. Так, пошли к шестриле. Пошли через супермаркет, пройдем, вдруг там респак будет. Пойдем. Тут куча зомбаков ходит на поле. Ну, пусть ходит что. Куда ты пошел? Ну, к супермаркет. Супермаркет там. Я знаю, я просто на горку посмотрел. Может быть, там кто-то лежит, и я хочу его убить. Там шестрелу просмотрел уже все. Вообще все шел. Давай перед тем, как мы подбежим к этому, к супермаркету, я кину туда гранату. Зачем? Чтоб шарахнуло. Ну, зачем? Ну, тогда ладно. Давайте не будем заниматься чепухой. Я к церкви подхожу. Че, Красный дом, заходим, нет? Конечно, заходим, мне нужен респак.
Зомбак бежит с поля над вами, на зелененький такой. Да-да-да. Так, тут ничего. Куча всего лежит, тут ничего. Ну, полезного, да, ничего. Так. Не отстреливай их даже. Беги в супермаркет. Ну ладно. Вижу, вы бежите, да? Угу. Да-да. Есть бинокль, пистолет, Коль 911. Пожалуй, я ставлю Макаров. О, кто это стрелял? Это я. А из чего это ты стрелял, что так из угла? Овчик. Вестик, 911. К тебе подходит Джек Шепард сзади, да. Прилег. Вы? Да. Мы. Карта лежит. Никому не нужна вроде бы. Как никому, а шестрили? Нужна, оу, нужна. Такой да. Сидит на автомате, я думаю, я. И уже и пофигу. Так, блин, я в рюкзак вообще ничего не скидываю. Теперь я еду здесь набираю. О, прям опять по стеклу. Пулеметы пошли. С такой. По-моему, Артур же бэкпак у нас фиговый, да? Да. Я же говорю, я сюда за бэкпаком пришел. Чешский лежит. Так, а сейчас пропадают вещи из бэкпака? Я не знаю. Не-не-не, все нормально. А, бэкпак вообще пропал. Вот лежит. У меня не появился пока. В нем мясо. Попить. Да, там только мясо лежало. Я не вижу его. Вот куча попить здесь есть. Именно в сумке ее наберите. Да, вон там еще есть гигерочка. Я думал, это кто-то еще бегает. Что-то русские сдают. Да, позиции старый собор пустой, нет. Да, офигеть. Вообще что-то ничего нет. Но они, наверное, шухер устраивают на других серверах. Да все, нет. Поднимай. Зомби зашел. Ну ладно, пусть идет. А мы с другой стороны выйдем. А, так ты не со мной, что ли? Да нет. Ой, тупичок. Вижу вас. Здесь можно через дырку выйти. Я вышел уже. Джек, ты меня не видишь? Я бегу рядом с Артуром. Ладно. А Петрович бежит рядом с вами. Да, но лучше было их отстрелять в этом супермаркете. Зачем они отстанут? А те, что не отстанут, стреляем уже. Просто этот. Я вспоминаю первую серию, когда мы каждого зомби боялись, как. Вообще, я не знаю там. Как будто это какой-то. Куда дальше идем? За мной? Ну, к этому, к Норф. Короче, к северному. А, все, да, понял. Кстати, мы в прошлый раз так хотели его полутать в следующей серии, и зрители слегка обломались. Так что ну, пока что вроде ровно идет, так что посмотрим, я думаю. Вышечка. Ну, если что, я предупредил сервак, чтобы убивали сначала тебя. А, ну как обычно, тут даже предупреждать не надо, это само собой разумеется. Само собой, да. Пуля дура, штык молодец. Я хочу вышку залутать. Ну, иди залутай, чё. Какие проблемы. Отлично, все зомби на вас, супер, залутаю. Все на меня вообще. Сейчас разберемся. Я у тебя возьму парочку на танец. О, мне же надо разбираться, а? Горячие финские парни. Что за пошлый его? Просто нифига себе. О. Думаешь, один такой громкий? Ну-ка. Зомби даже не бегут. Ну-ка, давай-ка. Да зомбам плевать вообще совершенно. О, ни одного не попал. А дашь мне бинтов? Они что, убежали? Они у меня в этом. О, Джек Шепард там стреляет. Hi, kids. Подожди, они у меня в этом или они у меня... Ой, кровотечение. Я у тебя, наверное, заберу его сейчас из бэкпака. А у тебя там вообще в бэкпаке ничего нет. А вот два бинта. Два, у меня один остался.
Я себе один переложил, один у тебя остался. Надо бы какого-нибудь поросенка, ягненка. Столько коров было по пути. А, в смысле корову убить? Так, ну у кого-нибудь есть, ну, а у меня ножик есть. Спички у кого-нибудь есть? Есть, и топор есть, и ножик. Он под завязку, блин, этими оборудованием. Ой, пейнкиллеры нужны, ничего себе. У кого есть обезболивающие? Есть. У меня есть. Дайте обезболивающие. Прям, кажется, прям плохо мне. А не, у меня тоже есть, не надо. Артур, лучше подойди, возьми у меня из сумки кровь и залей меня, окей? Так, а кто карту взял? Вот Джек. Я не брал, я сказал, что там есть карта. Ну ладно, значит не нужна, давай, бери этот. Я тебе твою карту переложу просто. Так, у тебя блат есть, да? Подожди. Я не то сделал опять. Блат бэк. Один. Да. Ой, я тебе боль утоляющий дал. Ну. И теперь я могу тебе Blood Transfusion сделать. Угу. Тогда почему-то не мог. Че, полегчало? Вообще хорошо. Владелец гаубицы. Да, так-то оно легче стало. Че вы делаете? Я вел его минуту, наверное. Молодец. Как истинный охотник. Для калаша патрончики. Покойся с миром. Давайте, у кого карта, ведите на аэропорт. Поехали. Я тебе сейчас карту переложу. Давай. Хотя, нет. А мне особо без надобности, Артур. Тут без карты можно вот так вот выбираешь направление просто. И сейчас я думаю... Ну, на аэропорту есть метка, так что... Давайте завершим эту серию. А в следующий уже, когда будем подходить к аэропорту... А сколько же мы наиграли? 16 минут. Ну, я не знаю, сколько там мы до этого наиграли. А, 16 минут, ну так? Давай, добежим. Там-то сколько мы отсняли? 20 минут или больше? Когда ты 7 часов сидишь и хочешь порадовать зрителей, ты теряешься. Там мы 10 минут отсняли. Супер. Давайте добежим. Опять бегут по лесу все серии, где Вот. Ну сейчас, значит, придется забежать в какой-нибудь город и устроить экшон. Если так, игра не оставляет шансов, то... Да, мне тоже какой-то обломок самолета. Я думал, да, какой-то обломок самолёт. Обломок самолёта. Игра не оставила нам шанса на двух серверах, где у нас были и машины, и все, что хочешь. И мы хотели показать какой-нибудь интересный за день выкинуть... Два УАЗа. За день выкинули два УАЗа. Два велосипеда. Два велосипеда. Мотоцикл. Два трактора. Мотоцикл. Волга. Причем один, да, Волга. Автобус. Шестерочка, автобус, да. Причем заметь, УАЗик добытый таким непосильным трудом, что просто забей. И его тоже забрали. Ну и тот, который я спер с чужой базы. Да. Они, наверное, и покинули эту базу, потому что это не дай бог так играть. Так правильно, блин, найдешь кучу машин всяких, а сервер оказывается такой какашкой. Печаль. Трава. Да мне кажется, это дело даже не столько в серверах, сколько во всех этих обновлениях. В самом. Да. Ну это только, не знаю, это только вот в нашей вселенной и, не знаю, могут делать патчи, которые только ухудшают игру. Параллельная вселенная, да? Это там перекраивается баланс. Рано или поздно они достигнут идеальной формулы. К 2028 году, когда уже там... Ну, вот вы такие злые языки, а игра просто остохренительная. И я не буду материться, еще говоря, какая она. Кто-то спорит, что ли? Сейчас просто такие уже клоны пошли, типа War Z. Которые я не играл, но я могу сказать, что они говно. Ну, Джек Шепард сказал, что говно. Вышечка, Джек. Я знаю, и чё те. Да, пойдем давай. Зомби кто-нибудь будет убивать, нет? Или экшоны не везут? Хедшот. Знай свое место. Там сидит один? Сидел. Так это страшно, а? Все еще сидит. Смотри, он все еще сидит и бьет меня. Нет. Вы молодцы так стрелять, ну ладно. Вы, Артур, вы молодец так стрелять. С
смысле, а что не так? Ну, он сбоку был, я думал, что он сзади меня был. О, магазин 900... Хуя. Ой, я извиняюсь, магазин 911 полный. Как ты мог? Магазин... У меня Макарыч. Меня Макарыч устраивает, он тихий-тихий. Я либо Макарыч беру, либо G17. Джек, давай, куда там? А я вас веду. Я веду. Я-то приведу. Уж я-то приведу. Так, нам, в принципе, сейчас на север нужно строиться. На север? Да? Ну, пойдем. Коровку там увидите, сообщите. Плюс-минус километр. Справа от нас кабанина. А, да прямо, да. Зомби-машины из Losing Connection. Ну да. Мин-машин. Я бы сейчас с удовольствием встретил какой-нибудь вертолет. Взорванный, в смысле. И я бы хотел, чтобы Джек Шепард туда кинул гранату. Я прям жажду этого. О, я бы сейчас с удовольствием встретил группировочку выживших. И посмотрел бы, как Джек Шепард кинет мне гранату, да? О, да. О, да. О, да. Но я как раз сейчас бегу с гранатой в руке. Я не думаю, что мы бегаем так вот по полю, выживем при встрече с группировкой выживших. Но кто у нас первый бежит, тогда... Они будто шарашат. Если видим игроков, сразу снимаем все снаряжение, начинаем бежать на них с топорами. Они будто обескуражены и пока поймут. И в голосовой чат так. Кричим, чтобы они... Алекс Кинг был убит. Алекс Кинг, по-моему, один из подписчиков моих. Прощай, по-моему, Алекс. Может, это и не он. Ты был молодцом. Да. Он батлу играл с нами, да? По-моему. Я, честно говоря, сейчас вообще затрудняюсь что-либо сказать, кроме 2 плюс 2. И то невелика вероятность. Это твой момент, парень. Ну-ка, давай. 2 плюс 2. Ну, по-хорошему. Слушай, у меня, в принципе, еще в коробке патронов хватит, понял. Молчи лучше, Джек Шепард. Ты видишь меня. Кто хочет посмотреть на Артура в гневе и на меня мертвого? Ты мертвый, так бывает вообще, что ли? Давайте сделаем интерактивное голосование. Давайте просто сейчас застопримся на месте и поставим голосовалку. А, этот на ютубе, там две ссылки такая. Да-да-да, две ссылки кинем, типа, если, типа, вы за то, что Блэк был бешеным, то он меня убивает. Вот справа кабанина, да, вот мы сейчас убегаем? Да-да-да. Наверное. Да. Я не помню их название. Мы по 49-й по этой бежим. По 49-й это приведет нас... На кабанина, я уже проверил. По 46-й, если побежим, то прям на этот. На те, блин, казармы. Я бы похавал, если честно. Были. Сейчас мне уже приспичит покушать, а у нас вроде как нечего. У меня куча еды в рюкзаке. У меня как обычно. Магазина болтали. Ну-ка тормозите тогда. Ну-ка стопэ, да. То у меня, в принципе, не так много. Сразу пошел юзом, как говорится. Одна еда и одна вода. Что, я у Джека возьму. Давай, у меня там есть. И тут еще одна вода. Короче, у меня одна консерва всего, оказывается. Что-то сегодня из меня завхоз не очень. У меня по воде много, а по консервам тоже как-то. Да я от воду взял. Пошли. О, у тебя, кстати, винтовка. А, это ПП. Я уже было понадеялся, что это подпал. Ну да. Лежал он в УАЗике. Как и АК, как и АКМ, как и БАР. Как и АКСУ. А нет, как ДМР. Барта там не было. Не знаю, вот когда я бегал с Бартом, я столько народу поубивал и понял, что я это делаю только потому, что у меня Барретт. Барретт, скотина, он извращает людей и заставляет их убивать других людей. Быть жестокими. Да, плохая вещь. Плохая. Вот. Выбрось его, Шустрил. Да сейчас. Шустрил у меня на месте бежит. А у меня и Артур, и ты. Да все, пришли уже. Желтая цепь, гвоздь только. Ну что, давай закончим на желтой цепи, а потом сразу с новую серию начнем в аэропорту. Давайте. Да, вторая серия нам далась еще тяжелее, чем первая. А если кинуть гранату, то не проблемы. На сегодня, я думаю, мы добьем и третью серию на этой неделе. Добьем. И сейчас пойдем в этот на этот airfield и поищем там что-нибудь. Я даже не знаю, что нам поискать, но что-нибудь. В основном я ищу людей, которых я хочу убить. О, да. Не знаю, как вы. О, да. Короче говоря, увидимся в пятницу. С вами были Джек Шепард, Шустрил и Артур. Попрощайтесь, ребята. Пока.
пока. Всем пока. Пока-пока-пока.